Я бы хотел отметить высокий уровень ответственности игроков за свою подготовку матчей, за каждый эпизод в игре. Не только тех, которые выходят в стартовом составе, но и игроков, которые в меньшей степени играют. Это говорит о том, что в команде есть единство. Игроки знают свою цель, знают свою задачу. Но то, что они сегодня и доказали, уже, казалось бы, отпуск, пустые трибуны, они играли очень мотивированно и были азартны до игры. Это самое важное, что у нас сегодня есть. Вы сейчас уходите на перерыв с 8-очковым отрывом от второго места. Считайте себя главным фаворитом. Считаем что, себя? Да, считайте себя главным фаворитом чемпионской гонки. Мы никогда себя фаворитами не считали. Мы рабочая команда, которая от игры к игре идет. А жизнь покажет дальше. Юрий Павлович, вот в первой половине сезона на заметные роли в «Локомотиве» вышло сразу несколько молодых футболистов. Это и Антон Миранчук, и Лысов. Ну, в первую очередь. Вот какое главное условие? Баринов. Баринов тоже. Ну, он как бы играл сначала больше даже, по-моему, дальше, чем сейчас. Да. Вот какое главное условие именно, которое вот, за счет чего стало это возможно? Что команда идет на первом месте? Это стало за счет, возможно, я понял вопрос. Это стало возможно за счет того, что они на своих позициях стали сильнее играть своего конкурента. И играют они не только потому, что они молодые, а потому, что они себе место завоевали своей работой в матчах, своей продуктивной игрой, можно сказать. Поэтому они играют не потому, что они молодые, а потому, что они в данный момент они лучше, чем другие. Будут они хуже, они не будут играть. Юрий Павлович, вот у вас сейчас есть в атаке Фарфан, Эдер, вернется Ари, возможно, появится еще один нападающий. Как вы собираетесь их совмещать? А кто появится? Вы знаете, кто? Ну, вдруг Дзюба появится у вас. Я даже не знаю, может, вы знаете. Ну, даже Ари вернется, это как минимум. Ари вернется, это нормально. Нормальная ситуация. Так, как сегодня играли, может быть, иной раз два нападающих будем играть. Может быть, какой будет уровень их тренированности, вот и все. А разве конкуренция плохо, это же хорошо. У нас, на мой взгляд, вот за этот цикл была группа игроков, ну, недостаточно все-таки большая. Это слава богу, что нас все-таки... Ну, миновали такие большое количество травм, повреждений. Черлука в прошлом году, Ари какой-то случай, Гильерми тоже случай. Ну, могли, мы вышли в этой ситуации, мы вышли за этот период. Что будет дальше, мне сложно говорить. Основное то, что у нас хорошее настроение, и будем хорошо работать дальше. Хорошая команда, в которой есть Балотелли, есть много игроков, которые играли в больших клубах. Есть бразилец, который, мне кажется, он чемпион мира, центральный защитник. Поэтому серьезная команда, будем готовиться к ней. 17 числа я хочу посмотреть вживую, как они будут дома играть, поеду. И будем вначале отдыхать, а потом вести подготовку к этому матчу. Хочу наших болельщиков поздравить. Они дождались того, что Локомотив на верхней ступеньке. На сегодняшний день очень было приятно
такое количество болельщиков было на игре в Чехии, ну, я такого выезда вообще не помню за все свое время, чтобы столько выехало. Они поддерживали нас великолепно. Для них это праздник, их с Новым годом наступающим. И думаю, у них тоже хорошее настроение.